волнуюсь. Ванечка, привет! Зайка, говори привет, ребята! Сегодня мы играем такими фермерскими игрушками. Да? Смотри, какой у нас есть человечек. Да? Смотри. А вот наш и сам фермер. Да? Вот так. Смотри, какая у нас сегодня будет техника. Вот у нас комбайн, который собирает урожай. Прицеп отвалился, да? Давай мы его сейчас прицепим назад. Смотри. Вот так. Вот. И у нас прицеп будет собирать урожай, да? Вот так едет комбайн. Давай, вот так мы покажем. Смотри, вот здесь у нас сидит. Давай мы вот так покажем. Смотри. Вот там у нас шофер. Угу. Вот сюда мы будем сбрасывать наш урожай. Вот. Ты еще одну машину туда положил. Ого! Давай, я тебе помогу, давай. А ну-ка, давай. Ого, Данил у нас поместил машину в кабину нашего большого комбайна. Смотри, а вот так, вот наш прицеп, да, и трактор поменьше. А вот у нас еще вот есть такая техника. Какая машина. Да, малыш? Смотри, нам нужно посадить за руль каждого водителя. Вот так. Смотри, вот мы посадили одного водителя. Что он не помещается у нас? Вот так. Так, смотрим. Смотри, похоже вот это на водителя комбайна, малыш. Танюшка. Да? Что ты скажешь? Вот так, смотри. Вот так мы посадили за руль второго нашего водителя. Будь здоров! Вот прицеп у нас, да? Подгоняй прицеп. Вот. А еще у нас есть такой самосвал. Смотрите, ребята. Бум-бум-бум. Едет трактор. Вот так едет. Малыш, а если что-то поломается, что будем делать? Тогда у нас есть такой большой ключ, да, чтобы чинить. А ну-ка, смотри. И будем вот так делать. Вот так, ключом. Да. Ого! Так. Ой-ой-ой-ой. Смотри, давай расскажем ребятам. Да-да-да. Смотри, когда комбайн едет, он собирает вот этой штучкой урожай. Давай вот так. Так, чик-чик-чик. Не помещаются? Давай мы тогда одного водителя достанем. Смотри. Вот так. Мы одного достаем. Вот этого сажаем. Видишь? Не помещаются вдвоем? Тетиву. Давай. Молодец. Смотри, вот мы еще берем.
наш трактор и поехали. Малыш! Масик! Да! Водитель! Ты два водителя хочешь посадить? Малыш, смотрите, ребята, здесь в нашем комбайне есть ступеньки. Это кабина называется. А вот сюда, куда поступает у нас пшено или зерно, это бункер называется, да? Колеса есть. Да, малыш? Масянечка, говори пока-пока деткам. Малыш, Моська, малыш, ну. Все, говори пока-пока. Увидимся с вами в следующем видео.